Это пробиотики. И я каждый день хожу в школу, и я всегда защищаю свои руки вот такой вот пенкой. Это антибиотики, то есть не антибиотики, а пробиотики. Руки чистые у тебя? Очень. Они защищены. Ну ты много-много пенки. Там чуть-чуть надо было одну плюшечку сделать. Ну, это пробиотики. Это пробиотики. Это мои руки. И они у меня всегда защищены. Мои руки грязнюки. И я их вшикаю вот таким антибиотиком. Пробиотик. Пробиотиком, то есть. Вот такой вот одной плюшкой. Стоп. И что, чистые руки? Очень. Покажи, какие чистые. Вот такие, только они сейчас в пенке. От этого антибиотика. Может, пробиотик все-таки? Пробиотик. Это моя сестра. Она ходит в сад. Покажи свои руки, какие они у тебя грязные-прегрязные. А мы берем вот такой пробиотик и пшикаем ей на ручку. Да, пшикай. Я одну плюху. Давай помогу. Эй, давай помогу. Не, ну побольше, что это за плюха? Вот. Вот, ручки чистые. Такой антибиотик. Пробиотик. С пробиотиками. Антибиотик с пробиотиком. Чистые ручки покажи. Вот какие чистые ручки. Пенки. Пенки. Ну и обмазывай ее. Спасибо, пробиотики.